В Чувашии выросло количество преступлений в общественных местах. Такие данные привели сегодня на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Лидеры антирейтинга по-прежнему Чебоксары и Новочебоксарск. По мнению специалистов, повлияло на ситуацию закрытие войсковой части в столице республики и то, что сотрудники органов правопорядка перестали доставлять в полицию с улицы пьяных. Впрочем, отличились и ряд районов, к примеру, Батаревский, Порецкий, Маргаушский и Цивильский. В структуре преступлений на улицах и общественных местах преобладают кражи. Их было 1504. Кроме того, значительный рост преступлений на улицах и общественных местах на 161% составили преступления по линии законного оборота наркотиков. Повлиять на поведение граждан могли бы и народные дружины. Однако ряд муниципалитетов не выделяет необходимых средств для организации. Есть проблема и с ремонтом в участках. Если вы не хотите ремонтировать участковые пункты полиции и там наводить там маломальский порядок, люди туда не будут ходить и не будут свои проблемы обозначать. Когда там зайти невозможно, отвратительно. Обсудили на комиссии то, как реализуется республиканская подпрограмма по профилактике правонарушений. Хорошие показатели достигнуты по трудоустройству граждан, которые освободились из мест лишения свободы.